Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Всем доброго времени суток, здравствуйте, как дела? Вот, решил сделать из старых джинсов моей жены вот такой топ-корсет. Вот, и выкроил вот так две детали спинки, вот, также использую этикетку, которая была на поясе, вот, две детали полочки, и из карманов отрезал нижнюю часть и сделаю два клапана. И вот из поясной детали будем сделать вот планки для застежки. И снизу и сверху обработаю косой бейкой. Okay. Decidí hacer de viejo jean de mi esposa un top. Yo aquí corté dos espaldas. Ya estos puntitos ya habían hechos acá dos delanteros. De la pretina corté dos partes para botones. De los bolsillos de atrás lo corté por la mitad. Lo vamos a hacer tapas falsas. Y arriba y abajo lo vamos a poner cinta al bies. Okay. Y bien, ya comenzamos a coser enseguida. Vamos a empezar a hacer los detalles pequeños, como son las tapas. Начнем с мелких деталей, например, с клапанов. Вот так я здесь вырезал ткань, а здесь использую низ кармана, чтобы у меня получились все строчки, то есть как бы уже отбеленные. Вот так шью по той же самой линии, где согнут был карман. Вот, и продолжаем. Y así, por la misma línea, lo vamos a coser para que cuando volteamos nos queda igual todas las líneas de lavado. Okay. Aquí yo sí lo voy a cortar a las esquinas para voltearlo bien. Okay. Вот, уголки подрежем здесь, чтобы получше было вывернуть. Так выворачиваем. И видите, здесь у меня остались как раз борозды, где у меня были швы. Вот, и я сейчас все это разглажу утюгом и прострочим, как раз таки сделаем отделочные строчки вот по этим самым линиям. Bueno, y después de plancharlo ya lo vamos a hacer pespuntes por las mismas líneas donde estaban aquí. Si estaban bien o mal, tengo que seguir el rastro de la línea. La tela es stretch, elastizada, así que se va ondulando un poco, pero no es el problema. Lo vamos a asentar todo con la plancha. Ok, ya lo pasé una vez, ahora lo vamos a pasar la otra. Y вот так, по этим бороздам, где у нас были отделочные швы кармана, вот прямо по ним я должен двигаться. Ткань с эластаном, она немножко деформируется, когда шьем, но ничего страшного, мы потом все это утюгом исправим. Сейчас я сформирую, разгладим все и продолжим. Вот, а теперь я приколол клапан вот сюда на деталь полочки и пришьем его
вот здесь вот таким образом пришьем, притачаем, и здесь я сделаю как бы небольшую сборку. Чтобы поддержать округлую форму. Так, обрежем. А теперь и край сделаем небольшую сборку вот так прямо по этому шву. Вот так вот. Чтобы он у нас не был волнистым, этот шов. Вот так. Aquí lo vamos a hacer проволосник. Ну вот здесь я сделаю влажно-тепловую обработку. Aquí lo vamos a compactar un poco es esta costura para que le quede bien nuestro escote no fiteado. Okay. Ahora nos toca coser la parte de los botones, o sea, antigua pretina, ya. Lo vamos a hacer primera pasada por el revés de la tela. Okay. Вот это бывшая поясная деталь. Сначала я шью. Проходим один раз с изнаночной стороны, следим за тем, чтобы ткань не растягивалась. Если немного слишком. Убираем все. И вот так. Дошли до конца. Теперь идем на лицевую сторону. На лицевую сторону. И все это закрепляем. Вот таким образом. Точно так же по старому шву. Вот так, здесь опять же нам нужно быть внимательными, здесь, чтобы ткань не растянулась, будем придерживать вот так булавкой и шьем потихоньку. Para que la tela no se estira, lo vamos a sujetar con alfiler y despacio lo cosemos. Que toda esta tela ya tuvo procesos, está muy abierta. Flexible y tenemos que llevar bien el control, si no comienzan a aparecer las arrugas diagonales. Вот, если мы здесь не попридержим ее, то у нас получатся вот такие диагональные заломы по всей линии. Закрепили все, здесь у нас деталь для пуговиц вот готова. Также сейчас я ее пройдусь влажной тепловой обработкой, чтобы она не заволнилась, и вот, и с этим мы закончили. Вот, а теперь нам придется стачать вот боковой шов. Вот у меня полочка, вот спинка. Ahora lo vamos a coser costura del costado, acá está delantero, espalda, lo colocamos una sobre el otro y lo vamos a dar esta costura. Bien, ahora tenemos que juntar, vamos a coser estos, unimos estos dos detalles, delantero y espalda, lo vamos a remallar la costura, ahorita lo estoy remallando y lo vamos a
y le vamos a dar un pespunte doble. Вот, я прошелся оверлоком, закрепили край, а теперь подогнем в одну сторону и сделаем двойную отделочную строчку. Вот так. Y ahora el doble pespunte de adorno y ya lo tenemos dos detalles unidos. Все готово. Listo. Aquí ya lo tenemos. Todo de adentro, de afuera. Vamos ahora a unir la costura del centro de espalda. Вот, с другой стороны у меня уже все готово, а теперь я здесь вот так совмещаю и собираем центральный шов на спинке, стачиваем, обрабатываем и также делаем отделочную строчку. Так. Juntamos ahora costura del medio de la espalda, remallamos y también lo hacemos un pespunte doble. Точно так же стучали. Теперь я также пройдусь по краю, закрепим край и делаем отделочную строчку. Закреплен. Идем на лицевую сторону и делаем отделочную строчку. Este es centro de espalda. Это наш центральный шов спинки. Вот, а теперь мне только останется обработать края вверх и вниз вот этой лентой по косой, и все на этом. Затем поставим заклепки и все готово. Ну, вот теперь я обрабатываю нижний край лентой. Вот так. Немножко мы ее будем растягивать. Эту ленту. Сюда. Немножко растянем. Сначала идем по внутренней стороне, по изнанке. Siempre vamos a estirar un poco la cinta mientras estamos cosiendo. Primera pasada lo vamos a hacer por el revés. Y después lo cerramos por la cara, por el derecho. Okay.
края прошли. А теперь мы выходим вот сюда. Здесь я ставлю. А теперь идем на внешнюю сторону. И здесь все мы закрываем. Вот так подогнем. И здесь соединим дважды. Вот такая получается у нас ленточка. Все, подворачиваем дважды, закрываем, накладываем все сверху и продолжаем работу. Вот так. Así lo hacemos a todo el largo de la costura. Y вот так по всей длине низа закрываем все вот этой лентой. Здесь у меня как раз заклепка получается, но обойдем ее в пределах нормы. Вот так закрыли. И здесь осторожно по самому краю. Все, прошли. Окей, aquí lo vamos a doblar en este lado y doblamos una vez más, así. Здесь тоже все подогнули, край. Идем до конца. Все закрепили, вышли. Вот так обработали низ, и таким же образом будем обрабатывать верхнюю часть. Вот здесь мы действуем точно так же, как и снизу. Сначала притачиваем ленту сверху, с изнаночной стороны, вернее, немножко подрастягиваем ее, когда шьем, подрастягиваем ленту. Вертолет летит, шумит. Окей, igual, vamos a ir estirando levemente la cinta y cosiendo primero por la parte de revés de la tela. No permitimos que nos está jeteando, ondulando, así lo vamos a coser primero por
la parte de encima. Por el revés. Фиксируем и повторим операцию также. Обрежем край и еще раз пройдемся точно так же. Сначала делаем подворот вот сюда, теперь все поворачиваем вверх. Так, здесь один раз и второй раз подвернули и будем шить. Здесь довольно толстый получается материал, ну ничего, вот так потихоньку вошли, а теперь закрываем наш шов и продолжаем. Окей. Ahora solo nos toca ir haciendo lo mismo hasta el final de la costura. Y después nos vamos a colocar todos los broches a presión para abrir y cerrarlo. Nuestro corpiño y le vamos a colocar el maniquí y ver qué hemos logrado. Así de un jean reciclado ya lo podemos hacer también una prenda. Y bien, ahí tenemos nuestro producto terminado, solamente habría que marcar y colocar las broches a presión. Вот, на этом мы закончили наш корсет вот, из старых джинс. Только нам было нужно разметить и приставить брошки, заклепки. Вот, и сейчас покажу вам с другой стороны. Вот вид со спины. Этикетка, все. Ну и я тогда прощаюсь с вами и надеюсь, вам было интересно посмотреть на это до следующей встречи. Entonces me despido con ustedes, espero que fue de vuestro agrado ver todo el proceso y nos estamos viendo en la próxima sesión.